Очень хочется поделиться впечатлениями от встречи с гитарным исполнением песни «Плавно кружится снег» с примером. На душе такая радость просто искристая переливается. И очень интересно, что встреча с гитарным исполнением, вступление, куплет, завершение просто как-то поднимает на какой-то такой уровень и чистоты звука, и красоты исполнения, и это невероятно восхищает и, конечно же, вдохновляет к этому стремиться, потому что это явно издание для практических действий, и уже имея аккорды, есть все шансы начать приближаться к такому красивому исполнению. Просто слушая гитару, слышится этот хрустальный звон в песне, который дают колокольчики. Это просто, это как? Просто так красиво звучит. Такие переливы аккордов. И аккорды очень красивые. Очень, очень здорово, что можно услышать, как они звучат правильно, чисто. В общем, очень здорово. А партия колокольчика и баса, она, конечно, удивительная. И этот хрустальный звон, и какие-то такие басы, они как такие уверенные шаги звучат по всей песне. И хочется такими же уверенными шагами взять гитару и попробовать что-то как-то приблизиться. Вот. В общем, восторг однозначно от этой новинки. Он присутствует. Это и восторг, и радость. Вот. Спасибо.